артистов, которые вы посетили? Меня зовут Альбина, и я просто в восторге от выставки. Я сама частенько погружаюсь в мир искусства, и для меня было большим удовольствием наблюдать все эти картины, все эти прекрасные работы, полные смысла, даже чувств. Каждое творение по-своему уникальное и очень сильно завораживает душу. Некоторые из них стали моими фаворитами, можно и так сказать. А вы можете уточнить, какие? Вот это вот работа Лугового Сергея, то есть две работы Сергея Лугова. Передаю вам привет. Ваши картины просто восхитительные. Любовь от всего сердца. Вас это вдохновило на дальнейшее творчество? Да, определенно. Я нашла много вдохновения, смысла, новые идеи, возможно. Меня зовут Николай, и я пришел на эту выставку, чтобы посмотреть на что здесь есть, на прекрасную живопись, на картины. С кем вы пришли? Пришел со своей подругой, с Альбиной. Она вот вас привела на выставку? Ну, мы друг друга спровоцировали. Как заключалась провокация, я извиняюсь. Как местные картины провоцируют, когда ты на них смотришь, да, что-то вызывают, так и, собственно, наша провокация была в том, чтобы совместно выйти и тоже тут спровоцироваться немножко с картин. Провокация удалась? Провокация вполне удалась, даже сверх того. Какие работы вам особенно понравились? Ну, груди, конечно, это всегда замечательно, да. Какие не были бы формы, там, грушевидные или баклажан. Груди — это всегда хорошо. Но груди, конечно, не в первую очередь. Мне понравились картины Сергея Ли. Сначала я думал, что это какой-то... Они были как бы с точки зрения выставки, они подходом являлись к основной цели. Сначала я не бездумно, конечно, но в неком смятении, потому что я далекий от искусства, такой простой горожанин. Ходил и не понимал, а что тут, собственно... Что должны вызывать, да, что я чувствую. Я был в смятении. Затем познакомился с Сергеем Ли, пообщался с ним немножечко, и затем я пошел к его картинам снова. После общения с Сергеем. Да? После общения с Сергеем снова посмотрел на эти картины, и тогда вот проняло немножечко. Ваше восприятие изменилось, да, благодаря автору, да? Благодаря автору я с ним пообщался и что-то узнал об нем. И картины стали больше для меня значить. Интересно, конечно, получилось. Не знал. Но вот теперь я был маленький фанат. Мне приятно, что наши работы Сергея Лугового, Сергея Ли и мои лично как-то, возможно, внесли что-то новое в ваш разум. Да, я не знаю что. Короче, позитивные ваши мысли, я надеюсь. Ну и мне очень было приятно встретить моих девчонок-одноклассниц. Еще некоторых людей, которых я не видел давным-давно. Вот, и благодаря приглашению этого прекрасного заведения, как бы мы встретились. Добрый вечер. Что хочется сказать, я в таком формате первый раз. Спасибо хозяевам. Тут уютно, самое главное тепло в этот вечер. Новые знакомства. Коля, это для тебя очень интересное было знакомство. Таких у меня давно не было. Вот. Одноклассникам Вадика большой привет. Остальным, вот хорошо, кушающим тоже. Ну что, наверное, нужно продолжать такие встречи, встречаться чаще. Ну, может быть, и с нами.